На сайте ЮБР читаю статью «Украинским фермерам блокируют счета из-за госдотаций». И тут сказано, что фермеры, которые получили дотации, и массово начинают блокировать счета. Первая мысль, которая у меня возникает, что здесь не приведены такие массовые случаи блокировки счетов. То есть у какого-то одного фермера заблокировали, одного-двух, и уже говорят, что это украинским фермерам. Украинским фермерам, это я понимаю, если статистика достаточная, там, например, 30% получивших дотации блокируют счета, или 50%, но этой статистики нет. То есть уже название этой статьи не отвечает сути. Дальше пишут, по словам вице-президента ассоциации, фермерам блокируют счета по формальным и надуманным поводам. И тоже ж не приведен перечень этих формальных надуманных поводов. То есть надо четко привести перечень, привести статистику таких поводов. И третий момент, третья мысль, которая у меня возникает, что если дают дотацию, то ее дают под какую-то программу, то есть значит эту программу нужно выполнять условия этой программы. То есть дают не просто так за красивые глаза. Поэтому фермеры, которые получают дотации, должны внимательно ознакомиться с этой программой и выполнять ее условия, то есть вписаться в рамки этой программы. Вот такие у меня мысли после прочтения этой новости. Комментировал эту новость Золотухин Александр, группа в Facebook и Telegram «Бухгалтерия будущего».